what's up? What's up? Nah, I didn't. Yeah, whatever. So, brother, where your phone's at? Друзья, приветствую всех подписчиков, друзей канала Амстаф Берта. С вами Евгений. Сегодня, друзья, хотел поговорить с вами. У Берты стали появляться образования в ушках. И нам, еще тогда, когда мы ездили в Казань, врач выписал определенную мазь приготовить. Да? Сейчас я вам даже могу зачитать эту мазь. Вот карта пациента у нас, да? Надеюсь, что будет ее видно. Вот я тут уже приготовил, друзья, палочку от суши. Миску, да, из подсоевого соуса. Пипетку нам потребуется. И вот эти вот дексаметазол, зон, не знаю, настроился, натрия, хлорид 9% и клотримазол. Надеюсь, настроится. И самое главное, друзья, нам потребуется Берта для этой процедуры. Сейчас будем делать капельки. Да, Бертушка, ложись. Можешь даже прилечь, Берта. Сейчас будем делать капельки для того, чтобы наши ушки... Я их почистил, конечно же, уже. Вот. Не стал уже снимать, потому что залетел домой, как фурия. Сразу почистил уши, Берти. Вот. Сейчас будем осуществлять капли. Для того, чтобы сделать капли, нам нужен 1% крема, клотримазол, смешать 1 см крема с 5 мл натрия хлорида, 0,9%, вот что я вам показывал. Вот именно вот с этим смешать. Вот этот крем смешиваем вот с этим. Далее, до консистенции капель добавить в смесь 2 мл дексаметазона. Это как раз таки вот эта вот у нас вещь. И капайте в ушные проходы по 1 мл один раз в день, 2 недели. Далее один раз в 3 дня. И вот. Будем капать, потому что нам нужно от этих паразитов в ушах избавляться. Эта грязь коричневая нам не нужна. Да, ушки должны быть чистые. Это же у нас Берта принцесса, у нее должны быть чистые, красивые ушки. Вот. Сейчас я начну готовить. Как приготовлю все, что вот требуется, да, чтобы Берту было видно, все было видно. Вот наши капельки, наш подносик, на котором будем готовить, и Бертуха. Вот, сейчас это все приготовится. И, друзья, мы с вами будем капельки. Хотел рассказать вам такую историю. Уже третий день Берта терпит по 4, по 5 часов. Спокойно выдерживает такой промежуток времени и не писается, не какается, ничего. То есть приходишь домой, через 4-5 часов Берта сухая абсолютно. Бывает и до 6 доходит. И самое главное, что хотел вам рассказать. Очень интересная вещь. Это такой момент. Берта успели поймать на камеру ее. Но телефон был не горизонтально снимался, а вертикально, да? То есть за вертикальную съемку прошу прощения, но как есть, это лучше, чем ничего, чтобы не быть голословным. Берта дремала, и как она работала хвостом, друзья, вот смотрите, вот в этом видео. Теперь
Теперь Берта уже проснулась к тому моменту. Она уже прочухала, что ее, короче, снимают. И вот этот, объясните мне, что это было вот сейчас. Ну как вам, друзья? Я думаю, результат, прогресс налицо. Результат колоссальный, то есть она им шевелит, она двигает им, в принципе. Мне кажется, что-то снилось, друзья. Напишите в комментариях, как вы считаете. Мне кажется, это был какой-то сон. Скорее всего, она была очень рада кого-то видеть, и прям ходуном хвост у нее вот так вот ходил. Так что как-то так, друзья, это очень радостная новость, и хотел с вами поделиться. Вот, друзья, добавил крем. Клотримазол в физраствор. Сейчас все перемешаем и будем добавлять дексаметазон. Погнали. Друзья, смотрите. Дексаметазон. У нас 5 миллилитров. Но нам надо, друзья, добавить 2 миллилитра. Ну, будем делать сугубо на глаз. На глаз. Потом покажу, что получилось. Ну все, друзья, все смешали. Вот что у нас получилось. Не знаю, будет ли хорошо видно. Фокус приди на меня, вот до его. Вот такая вот у нас, в общем, жидкость получилась. Такого интересного раскраса. Достаточно мутная лекарственная смесь, так скажем. Сейчас будем осуществлять это проникновение этой смеси в ушные раковины Амстафа Берты. Да, друзья, я все еще не могу никак отойти от тех видео, которые я вам только что показывал недавно. Как Берта хвостом работала. Это было что-то с чем-то, это просто нечто. Да, Бертунь, скажи, я могу еще не так. Ну, а он просто минуты 4, друзья. 4 минуты примерно, плюс-минус. Он работал, то есть вообще не переставая. Он шевелился. Как это называется? Что это такое? Может, кто-то знает, пишите в комментариях. Было бы очень интересно узнать ваше предположение. Потому что это, ну, так не, она не делала так. Это вот впервые на эстраде вот такой вот. Такой момент. Че, Берт? Что-то показалось тебе? Муха залетела в рот, что ли? Бертонь. Че, нос-то какой, а? Нос-то какой. Девчонка. Все, друзья, начинаем капаться. Так, возьмем. Там написано по 1 миллилитру. Я думаю, как раз таки это и будет 1 миллилитр. Да, Бертонь? Сейчас мы выпустим. И мы берем, вот. Вот так вот, давай-ка в ушко. Ага, в ушко я так не капну, Берти, да? Стой, дай в ушко. Нет, друзья, так не получится, я думаю. Я думаю, придется нам делать все вот так вот. В ушко. Ушко мы засунем. Вот. И все. И не дадим Бертухе расслабляться. Подержим чуть-чуть, чтобы она не вытряхала это все дело. А она все равно будет, да? Новые капельки. Ну, друзья, не знаю, как показать. Вот так вот. Прям набираем немножко. Да. И другое ушко. Давай, Вестуль. Давай. Да? Держим. Обязательно держим ушко. Почмавкаем там. Прям, ну-ка. Нет, там всего 1 миллилитр, там не особо слышно, как чмавкает ухо. О, вот теперь слышу, почмавкала, все. Друзья, такую процедуру мы будем повторять.
Такую процедуру будут повторять один раз в день, две недели. И думаю, что за это время у Берты все-все пройдет. Ушки будут в полном порядке. Как говорится, спасибо зарядке. Ну и, конечно же, капелькам. Да, Бертунь? Смотрите, как она прикольная. О, все, ушки сразу на макушке стали. Да. Ухо поджало одно. Давай посмотрим в ушки, Берт. Да, не бойся, я не буду ничего делать. Я не буду. Вот туда, если заглянуть вовнутрь, там было много грязи. Сейчас, конечно, этой грязи столько нет. Ну-ка, Берт, а мы давай-ка попробуем, знаешь, что сделать? Мы попробуем с тобой подсветить эти ушные проходы. Давай, посмотрим. Вот, друзья, вот, может, кто-то увидит что-то здесь. Немножко еще грязи осталось. А, это ушной проход этот. Угу. Все, друзья, будем работать над этим моментом, чтобы всю грязь убрать. Там, они просто грязные. Я 2 дня назад, друзья, почистил. 2 дня. Сегодня прихожу домой, и там просто что-то с чем-то творится. Это невозможно. Как это такое? Что это такое? Почему так быстро это все появляется? В общем, друзья, мы лечимся с Бертой Евгеньевной. Лечим наши ушки. А также работаем хвостом. Всем, друзья, огромное спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Не забывайте нажать на колокольчик. А также очень большую помощь окажете, если будете распространять наши видео в соцсетях каких-либо, рассказывать знакомым. Мы будем очень благодарны, безумно. А также, друзья, советую вам зайти на очень классный канал. Это так, между прочим, не то чтобы прям рекламка, но вот в этот момент я захотел это сказать. Называется канал «Питбули, Анхель и Ларри». Вот такой канал, друзья. У них очень мало подписчиков, не понимаю почему. Собаки просто шикарные, просто. Две девочки, 2 питбуля, безумно красивые. Зайдите, и при этом они не обделены интеллектом, то есть они, интеллект у них на должном уровне. Причем и обучены собаки классно. Заходите, посмотрите. Если понравится, обязательно подписывайтесь, пишите там комментарии, будет очень приятно читать ваши комментарии. И мне очень приятно ваши комментарии читать, поэтому всегда рады работать для вас, трудиться, снимать. Всем огромное спасибо. С вами был канал Амстав Берта. Меня зовут Евгений. Это у нас Бертуха. Всех обнял. Всем пока. Самое главное, друзья, любите собак. Пока-пока.